Хороший отец всегда готов защитить свою семью. Но если начнется война, то папе придется защищать целую страну. Поэтому я, отец-одиночка, решил стать самым крутым солдатом в мире. И в этом мне поможет моя семья. И, конечно же, гениальный робот Ржавец. Всем привет, ребята! Я просил своего личного робота сделать из меня суперсолдата, и он привел меня вот сюда. Ржавец, где мы? Что это за место такое? Тут суперсолдата? Подожди, а что это за пыточное? Ты тут что дело собраться-то вообще? Зона тренировок? Где тут что, должен тренироваться, качаться? А это что такое? Пистолеты, какие-то мишени? Стрельбище? Да я же мазила! А там зачем танк стоит? Зачем там танк? Какие-то кочки всякие? Танковый полигон? Секунду! Это я что, должен что ли учиться? Ржавец! На это уйдут годы! А нету вариантов быстрее как-нибудь? Ну, там, не знаю, чтобы там раз и все, суперсолдат. Давай, показывай. Ржавец. А это безопасно? Зачем все эти провода к голове? Ржавец, что ты собрался делать? Мы закачаем в твой мозг лучшую симуляцию войны? А о чем речь? Enlisted! Enlisted! А мы и зрители смогут сделать это по ссылке в описании. Да-да-да, Enlisted — это обалденный бесплатный многопользовательский шутер для PC, Xbox Series X и S и PlayStation 5 о Второй мировой войне. Скачивайте ее бесплатно прямо сейчас, и сделать это надо по моей ссылке в описании. Ведь установив Enlisted по моей ссылке, вы получите бонусы, а именно бонусных солдат, оружие и 3 дня премиум аккаунта. Ну и сделайте мне приятно. Ну вот я и в игре. В игре прям как на войне. Ребята, Enlisted я уже снимал, но лучше, если я расскажу вам об основных фишках этой игры еще раз. Итак, в отце-одиночке у меня есть семья, в семье есть дети, и мы прям как настоящая команда. Так и в Enlisted у тебя есть свой отряд, и это прям как маленькая военная семья, да, ребята? И ты можешь между ними спокойно переключаться на клавишу Y. Бах, и переключился. Бах, и переключился. Вот сейчас я Павел Гришин, а сейчас я Арсений Петровский. Так, если тебя грохнут, то и ты продолжаешь игру за следующего члена своей команды. Очень быстро, очень удобно. И если что, эти режимы ты легко можешь переключить. Вот здесь нажимаешь и, допустим, можешь выбрать режим бойца-одиночки, где у тебя отряда нет. Но я лучше поиграю с пацанами, со своей военной семьей, со своим отрядом. Итак, парни, пойдемте повыполняем задачи, миссии, то есть. Они обычно пишутся посредине экрана, сейчас надо захватывать точки. Видите, точка А не захвачена, вот туда мы и пойдем. Фишка отряда в том, что они бывают еще и разные. Там бывают отряды инженеров, которые могут всякие такие вещи строить, типа баррикад, танкисты, снайперы и еще много-много какие еще. Но мы с пацанами обычные стрелки. Так, давайте, ребята, быстрее. Попробуем отвоевать точку А. Если что, не переживайте, в игре есть отличный режим обучения, вас всему научат. Также надо не забывать, что это бета, поэтому игра активно развивается и постоянно обновляется. Но игра уже стала лонч-тайтлом для Xbox Series и уже вышла на PlayStation 5, плюс она полностью оптимизирована под консоли нового поколения. Погнали, мужики! Здорово-здорово-здорово, всем привет! Ребята, давайте я новенький, но сейчас научу вас воевать. Так, сюда выбегаем. Какой-то красивый дом. Видимо, там немцы живут. Так, а здесь кто-нибудь есть? Есть что? Тут можно ползать. Но как бы это медленно. Поэтому я лучше пробегу вот за танчик. Тут лягу и попробую кого-нибудь засечь. Так, кто там шмаляет? А если за сено? Быстрее за сено! Быстрее! И на пузо. Опа! Окей, ладно, пойдемте в поле. Так, здесь повоюем. Так, вон они бегают, всякие безбилетники. Так, отлично, снимаем потихонечку. Задерживаем дыхание. Это... не помогает. На, понюхай свинца! Давай. Опа, сняли. Все, замечательно. Теперь можно идти к ним в гости. Ребята, я иду быстрее, не тусите без меня. Так, бежим. Я успею. Гранат нету или есть? Так, а смысл? А что, им можно здесь, а мне нет? Нельзя тусить? Да, ладно вам, ну хорошо, я понял. Блин, ну вот, облом. О, а точка, можно захватить. Так, быстрее. Обглушил маленько, ну ничего, это бывает, я к этому уже привык. Допустим, Бако, прыгаем. Допустим, всем привет. Так, кто... нет, это свои, извини, пожалуйста, перепугал тебя. Так, подлечились, перезарядились. И вперед в атаку! Так, здесь свои. А почему точка красная? А, мы ее удерживаем. Так, ребят, ладно, удерживаем. Сейчас поможем. Опа. Так, мужики, дайте мне пройти. Я только спросить. Так, ну шо? Кто тут на меня? Получай, швайны! Получилось. Так, перезаряжаемся. Надо быть ко всему готовым.
Так, и еще, да ё-моё, блин, у него тоже пулемет не хуже. Но у меня есть другой член отряда. И сейчас я отомщу за батю. Вот так вот, стреляем медленно, но успешно. Я пистолета нет. Здрасте. Куда побежал? Так, еще один, перезаряжаемся. И... опа. Опа, 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 убили. Ух, сколько их там, как тараканов в общаге. На-на-на, сиди тут, кемперица. Так, еще, спрячемся. Видите, тактика, тактика. Ах ты, шпион. Все, убили, на печке сидит. Вот Емеля, блин. Так, и еще один. Так, ребят, ну это русская печка, вообще-то не немецкая. Так, где тут какие-нибудь цели есть? Пострелять. Ох, вот там самолет летает. Так, куда бежишь? Добегался тут. О, я тебя первый убил. Отлично. Так, еще, смотрим. Оборона синего домика. Хорошо, этот домик мне нравится. Блин, а вот самолета нет. Занимаем позиции и мочим фрицев. Так, получай. На, еще получай. Перезаряжаемся. Перезарядились. Высовываемся. Так. И мочим гадов. Блин. Так, допустим, спрячемся вот в этом грузовичке. Чё-то не получилось. Вот они откуда прут. Нате, получайте. Нашел такую хорошую точку. Отсюда норм получается их снимать по одному. Так, вот, еще одного грохнул. Они там еще сейчас прибегут. Вот еще один умник. Получай. И еще один. Короче, классная тема, это именно искать такие хорошие позиции. Не бежать вот напролом воевать, как я обычно люблю, а именно нашли хорошую точку, закрепились и отстреливайте этих гадов. Вот, допустим, сейчас, допустим, вот здесь, допустим, стану. Отлично, ребята, мы победили. Это было тяжело, но мы справились. Если что, ребят, напомню, что в игре есть разные кампании. Мы играли в битву за Москву, а это за Нормандию. Давайте попробуем. И если что, как вы видите, наверное, заметили, не все тут противники, это игроки. Тут иногда попадаются боты. Но если вы категорически против такого, это тоже отключается. Так, будет сейчас тяжело, но попробуем отстреляться. Давай, мочи. Так, там союзники. А вот и... дай, господи, твои ноги мне мешают. Так, получай. Так, обратно. Ух ты, нормально, да, постреляли, блин. 90 очков. Тройное убийство. Да, господи, эти трупы, блин, повсюду. Бежит. Опа. Лезьте. Молодцы. Так, хилимся. Плюс у меня еще... нет, я последний отряд, боец в отряде. Так... на, получай! Уничтожили. Так, о, огнемет! Блин, жесть! Так, уходим. Вообще нормальная точка. Как я вам, ребята, и говорил, нашли нормальную точку, весело поиграли. Да, блин, ладно, давайте зайдем сюда. И тут тихонечко отсидимся. Фермерский дом. Господи, сколько их тут! Блин, не туда зашел! Перезаряжайся. Так, присели. И... господи. Получай! Так, там еще один. Так, ну все, я понял. Вообще четкое место, сейчас пойду на охоту. Так, заходим. Вот оно, просто миллиард трупов. Так, свои, а вот это не свои. Вот это не свои. Так, перезаряжаемся. Все, ребята, пойдемте поохотимся маленько. Давай, высовывайся. Опа, смело такой, да? Господи, сколько их как из гнезда, да? Вот, 4 штучки. Так, перезаряжаем. Мочим. Так, и в домик. Мы должны домик захватить. Давай. Так, все, перезарядили. Так, под прикрытием танка быстрее убегаем. И надо маленько навести шум вот в этом домике. По-любому, а то больно вальяжно они там себя чувствуют. Забегаем сюда. На ходу убиваем какого-то фрица. И перезаряжаемся. Желательно лежа. Так, и выползаем. Вот он, привет! Отлично, блин, у меня какой-то прямо раш. Побежали. Ё-моё, блин, сколько их тут? Ого, перезарядка. Тройное убийство, блин, это не шутки. А это, ребята, уже не шутки. Это, ребята, битва за Берлин. Что ж, парни, пойдемте. Надо захватить точку С. Быстрее, давайте за Родину, быстрее. Вот он. Опа, попал прямо в харю. Так, и там кто-то торчит. Вот еще один. На, получай. Вообще топ-позиция. Топовая позиция. Жалко, у меня не снайперка, конечно. Так, на, получай. Блин, убежали, все разбежались.
Ничего. Сейчас еще придут, по-любому. По-любому. Ага, побежал. На, давай. Опа, фух. С винтовки прям в сердце. Опа. Вот они, бегут. Куда разбежались? Опа, снял, отлично. И еще одного. О, вообще топовое место, ребята. Ништяк. Так, на, сдохни. Да господи. Быстрее. Так, ладно. Куда побежал? Тоже хорошее место. О, хорошо. Хорошо пошло, отлично. Вот они, как на ладони. Среди грязи и кустов постреляю в пацанов. Да, ребята, победа! Берлин наш! Ух, офигенная игрушка. Ну что, ребята, как вам Enlisted? Лично мне очень понравился, особенно битва за Берлин. Короче, качаем его по ссылке в описании, убеждаемся сами, потому что, ребята, really лучше самим попробовать и вынести свое мнение. И как бы попробовать еще поиграть за разные компании, разные классы. Ну, а я с вами прощаюсь, ссылка есть еще в описании. Ведь, как мы помним, ссылка не простая, а с бонусными солдатами, оружием и 3 днями премиума. И всем удачи, всем до завтра, всем пока!